Всем привет, это канал Ленка. Будем сейчас ходить по домикам друзей. Папа, как правильно? Я буду ходить по домикам друзей. Ну как ходить? На видео. Ходите по домикам друзей. Нет, назад тогда. Ну попробуй. Я буду ходить по домикам друзей на видео. Хорошо, кому ты первым пойдешь? А ты этому другу предлагаешь, да? Как его зовут? Ну, зайди к ней в гости. Прикольненько. Так, это у нас кто? Молния? Молния. А ну вон. Там длинное название, да? Да, я цифры. Ох ты. Ну смотри, интересный дом. Ой, да? Я что-то помню, такое подобное было. Из подушек себе пыталась построить, да? Да. Это... Ой, я помню, я такое строила. Помните, я строила такой небольшой? Я, правда, его сняла уже. Ну, вот это так. Из подушек можно вот так построить, да? Да. Ладно. И опа. И упали. И что-то еще есть? Тут еще вот такое дерево. Ну, это мы знаем, что это. Еще такой диван. Ну, такой у меня есть, да, по-моему, даже два. Прикольно. Вот таких я обои не видела. А что это за кресло такое из цветов? Где? А вон. Вот это? Да. Так это эти... Как? Это самоцветы. Самоцветы? Ну, да? У меня, короче, такой стул есть. А, есть такой, да? А что-то еще интересного? Что нет? Ну вот. А я написал нет. Ничего, хороший дом, хороший, зря. У меня даже таких диванов нету. Вот там домики. Ой, это что у меня обычно это вылазит? Ух ты, это что? Это, наверное, это какая-то башня. Фонарь какой-то. Ну, фонарь на сбегах. Стол с качелькой. Где стол с качелькой? Ну, стол и качелька. Понятно. О, как это? Где ты такой оленя взяла маленькую? У меня только огромный. Такой? Нет, это мягкая игрушка. Игрушка? У меня есть только большой такой. Ага. Вот это вот еще. Это, наверное, какие-то занавески. А чего это коврик? Коврик? А чего вот это, когда верхушка? Вот это вот. А, положили так занавески, да? Угу. А, это, наверное, спрыгивать. Батут такой. Прикольно. Да, точно, на занавески похоже. На шторы. Угу. Странно, конечно, что ты... Под подушки проваливаешься, вот. Видишь, я под подушками. Ничего, видишь, потом вверх, и сверху он какие-то там дождь идет, да, или листиков. Это... Ой, опять упала. Это ж сколько ты так самоцветов потратила? Это все за самоцветы такое, да? Да, это подушки за самоцветы. Понятно. Переживаю, человек, что у него тут пэт исчез, да? А, сопервизили, наверное. А интересно, его можно купить, если это, конечно, не сейчас продается? Кто пэт? Ну да, просто не все сейчас продаются. Я вот, например, хочу питомца, знаете, какого очень сильно? Я хочу пуделика и раскрасить его под Ремика. А, да? Я просто хочу в Animal Jam Ремика. А что ж его под Ремика раскрашивать, если он весь черный? Ну и что? Я его еще в белый закрашу. О, Ремика? Да. В полосы, да? Да. Будет как матрос. Как зебра. Как зебра. Пошли пока к следующему. Ладно, я пойду к следующему. Всем пока. А следующее видео будет другой домик, да? Угу.